такое интересное место. Это с южной части Кронштадт, заезд. Мы сейчас едем по воде практически. Это старая дамба. Через некоторое время мы опустимся ниже уровня Финского залива. Я не помню точно расстояние, потом напишу в комментариях, сколько там расстояние. Но туннель идет, насколько я помню, где-то в районе 50 метров глубиной, может быть даже больше. Такая у нас маркизова лужа. Строили 25 или 30 лет туда, даже больше. Ну, вот сейчас некоторое время назад только завершили ее. Впереди камера на 110. С правой стороны сам Кронштадт. Форты видно. С левой стороны вот эти такие системы водоотведения, их люди многие видели в клипе Иванушек International про тучи, здесь именно снимали. Там, ну не знаю, может быть метров 10. На самом деле это не так. Лон достаточно большой.